Вместе за чистоту и порядок в городе сотрудники коммунальных предприятий управления ЖКХ вышли на уборку в городе, скосили траву на газонах, почистили бордюры, убрали мусор и сухие ветки. Собрали мелкий мусор и пластиковую посуду после посиделок любителей природы. Правда, кто любит природу и город больше – вопрос спорный. Люди, оставляющие после себя мусор, или работники, его потом убирающие с газонов. Сотрудники коммунального предприятия показали личным примером. Начинать надо с себя. Чтобы город стал чистым, мало время от времени наводить порядок. Чистоту надо поддерживать постоянно. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.